Небольшой обзор игры Tales Wars Adventure. В общем, игра отстой полный, сейчас сами увидите. В общем, какой-то мужик вот набухался и рад бы поработать за немножко бабла, чтобы потом еще набухаться на эти деньги. В общем, игра такая, вот видите, все как будто 5 лет назад. Ничего нового, никакой супер графики, эффектов. Просто идти и выполнять какие-то квесты, чтобы пройти через дверь. Ну, это квестами назвать сложно. Какие-то супер загадки, как видите. Ну, поначалу, конечно, вообще элементарно. Ну, в общем, я так и не понял, в чем кайф этой игры. Графика тут как 5 лет назад в прошлых играх была. Ничего здесь такого оригинального нету, там ни всяких ни магических штук, ни там каких-то супер фишек там. Ничего. Игра как будто, не знаю, старье просто. Знаю, мое мнение просто полный отстой. Не знаю, как в это играть можно. Полная гамма. Вот другая игра, она нам обещает супер гонки 3D, значит. Вот, на летающих всяких штуках. В общем, выбрать можно, конечно, только первый уровень. В общем. Да, вот видите, все действительно 3D. Извините за лаги, конечно. Если скорость 300 км в час, но что-то не очень заметно. В общем, на этом можно остановиться. Такая игра, она вся и есть. То есть, очень элементарно обходятся противники. И вы просто прыгаете по этим штукам, которые вас ускоряют. Это вся игра. Все. Здесь больше ничего и нет. То есть, я не знаю, кому это может быть интересно. Я лично не понял, какой кайф этой игры. Да, она действительно 3D. Ну, толку с того. Лучше бы сделали 2D нормальную с какими-то приколами, там, улучшениями. Тут же вообще ничего нет. Ни улучшений, вообще ничего. Короче, полное говно.